У меня нет интернета. Даша, где твоя любовь? Слушайте, я теперь ее любовь. Все, теперь у меня нет любви. Как я буду вас любить. В школе я была ботаником. Я в школе носил брекеты. Я сидела на первой парте, изучал биологию и все остальные предметы. Русский язык, мой самый любимый. За что наказано? Ох, Дашка вообще всегда наказана. Меня за плохое поведение. Представляете, у этого ангелочка плохое поведение, а меня никогда не наказывают. Да. Потому что у меня хорошее поведение, не то, что у Даши. Да. Сейчас, делай так, знаешь, как подсказывает твое сердце, и все будет анонс хорошо. Анонс вышел той ночи. Серьезно? Это такой позор. Я там бегала. Поддерживаю тебя твоего. Где Саймон в спортзале? Пакли выдернул. Ой, так, такая драка, фу. Почему ты с ней, а не... У тебя сколько размер лифчика? Ой, фу, такие вещи писать. А че? Почему мужиков ко мне не приводит? Потому что жалеют вас мужики. Саймон тебя не достоин. Так, у Даши... Даже голос английский. Нет, Даша себя очень плохо ведет. Какое плохое поведение? Да, скоро узнаете, какое у меня плохое поведение. Нет, я хорошо себя веду. Почему ты дружишь именно с Дашей? Ни с кем я не дружу, я просто легла ей на медведя. Она с медведем, вот. У нее кроме медведя нет, да, никого, да? И маски это. Да. Это, смотри, боже. Дашка вообще милота. Ой, я не могу. Я такая некрасивая сейчас. Ой, ну ладно, смотрите на меня, я красивая. Зато я красивая. Нашла, как снимать. А что такое? Подождите. Вот так могу. Ой. Привет. Я с этими косичками, как в детском саде. Я считаю, что сейчас хороший ракурс. Да. Ой, особенно у меня. Ну ладно. Слушайте, можно как раз посмотреть. У меня ноздри кривые. Расстались со штрихом. А уже показано, да, что мы расстались. Да. Представляете? Пожалейте меня, пожалуйста, потому что мне очень плохо. Пожалейте, Господи, Даша, пожалуйста, потому что она достала уже ныть. Я очень плачу, очень переживаю, и мне очень нужна поддержка. Я вам честно говорю. А можешь еще что-нибудь сказать? Ну, что сказать? А что сказать? Короче, на самом деле, мне очень стыдно за все, и мне очень жаль, что Андрей от меня отвернулся. Вот. Напишите, что сделал неправильно. Ну, скажи еще что-нибудь. Даша. А чего? А Леночка, она очень хорошая, правда. Ну, не копируй меня. А как ты ноешь, как и Даша? Ой, я хуже ною. Еще не показывали, что вы расстались. Показали, как вы переспали. Кто? Я ни с кем здесь не спала. Штрих молодец. Ну, согласна. Он очень хороший. Правда. Саймон не достоин тебя. Все. Зачем ты унижаешься? Сними маску, потом заходи. Потому что любовь. Фу, вы стрёмные все там. Спасибо. И почему никто не отвечает? Маска. Скажи нос, да. Почему мне не нравятся вот маски? Марго лучше. Прикольно. Мы с моей, да, подруги. Я влюбился. Привет. На сколько эфир опаздывает? Не знаю, можно ли это озвучить. Лена, ты такая классная. Классная. Ой, так приятно. Блин, неделю назад заходила, говорили, сдохни. Вы красавки. А если б сдохла? Вы красавки. Вот представляете, если б сдохла? Кто бы вам в маске выходил? Ой, я, знаешь, ненавижу таких людей, которые выходят и говорят, я вас так люблю, подписчики дорогие мои. Никогда так делать не буду.
Никого не люблю. Спрашиваю, драка наигранная была? Что за вопрос? Конечно. Марго длинноносая. Ты говорила, кстати, что ее нос надо изменить. Она как у меня надо сделать. А? Надо ей как у меня сделать. Так. Лена, ты красотка, побольше фоток. А вот как побольше фоток? Вот весь день сижу в маске, проблемы у меня. Вот когда фотографироваться? Скажите, пожалуйста. Как маска? Сижу вот. Да. Весь день. Я реально запухшая, заплаканная, и все, я завтра буду вымываться. Хочешь нибудь тебя снимать, да? Вот, ну пускай видит мой этот микрофончик. Так. Микрофончик. Лена, так. Почему ты так унижаешься? А что там показывают вообще? Еще помиритесь со штрихом. Видишь, вот есть люди, которые в это верят. Вот правда, я тоже в это верю. Не знаю, такая чушь. Дашенька, вы помиритесь обязательно. Я очень хочу, да. Я просто не верю в этот бред, извините. Так. Ой, мне написали, что я милашка. Блин, есть такие люди добрые, я сейчас расплачусь. Вот реально, да? Я не могу. Вот серьезно. Короче, порция милоты. А? Скажи что-нибудь хорошее. Не знаю. Я вам всем желаю любви. Правда. Ну скажи что-нибудь хорошее. Всем желаю любви, чтобы вас поддерживали в трудный момент. Вот. Чтобы вас не бросали... Когда вам сложно, вот, это очень важно. Так что вот так вот. Ты знаешь, что ходят слухи, как будто ты Купину нравишься? Я не видела такого. Показывает, когда после лобного вы с вами разговаривали, он в очередной раз тебя отшил. Привет, зайки, сладкие мои, привет, красота. Девчонки, привет, привет. Не теряй время, иди к Саймону, смотри, что пишет. Ну, не знаю, 1.5 часа интернета или Саймону, еще нужно подумать. Что здесь дороже? А? Ой, спасибо. Уродина, ты нахрен избиваешь других? Какое право ты имеешь? Вали из дома, два противная. Фу. Ну-ка. Это так. Лена, сдохни. Окей. Кто ты по гороскопу? Шлюха. Лен, ты серьезно? Нет, дева. Ну, слава богу. Ах, полный. Не, меня бесит, когда называют... Ладно, не хочу. Привет, сестре. Лена купит тайно влюблен тебя, отвечаю. Не, не думаю. Даша, ты как малолетка, и голос твой неприятный. Блин, Вон. Ну а что я сделала со своим голосом? Ну правда. Не, я не обижаюсь. Ну немножко. Ну неприятно. Блин, ну хватит писать такую фигню, сегодня Даша будет плакать, мне опять ее успокаивать. Противное, так четко подобрано слово. Для тебя прям. Слушайте, а мне льстит, что для меня прям слово есть противное. Вот, я дура. Мне написали, что которая рядом сидит, дура, окей. Даш, слушай, если ты будешь обращать на все комментарии... А вы можете написать, чтобы Даша сдохла? Ты что, вообще, что ли? Напишите, я реально буду плакать. Да, чтобы она заплакала, то все своими слезами мы хоть полы помоем. Я и так уже это океан наплакала. Я бы ей тоже пакли оторвала, респект. Хайди Воля. Лена, вы с Саймоном вместе... Мы с ним на одном острове, для меня достаточно. Вы даже на одной территории. Реально люблю нас. О, начни курить и бухать, голос как рукой снимет кукольный. Спасибо за совет. Я ним не буду пользоваться. Почему? В смысле? Понимаешь, подписчики плохого не скажут. Я так плохо выгляжу. Давай, с какого ракурса тебе снять? Как тебе больше нравится? А? Вот ой, это так светло, тут все видно. О, ну все, так хорошо. Пофиг, вот так вот. Вот так вот? О, вот так вот, да. Даша, ой, мне написали, что я классная. Блин, я реально, вот люди есть хорошие. Вот будет мне плохо, они будут все равно говорить, что я хорошая. Я тоже, вот честно, всегда поддерживаю тем, кому плохо.
Хорошо. Лена, расскажи про волосами. Лена, расскажи. За мой уход за волосами. В общем, я была на поляне, ухаживала прекрасно за волосами. Приехала на Сейшелы, и мой уход за волосами закончился. Закончился он тогда, когда я потеряла свой прекрасный синий шампунь. А после, я уже не помню, отвалились волосы на 10 сантиметров. А когда приехал на Сейшелы, там вообще отваливаются, да?